Всем привет! Сегодня сделаем Патрика из мультфильма о губке Бобби. И для этого нам понадобится квадратный лист бумаги размером 15 на 15 сантиметров. Возьмем лист и сложим его на бок вдвое. Раскладываем листочек обратно. Теперь в другую сторону складываем лист вдвое. Снова листочек раскладываем. Складываем лист по диагонали с угла в угол. Раскладываем обратно. И в другую сторону складываем лист по диагонали с угла в угол. Раскладываем обратно. Теперь листочек складываем вдвое. Верхнюю боковую сторону загибаем вниз по центральной линии. Переворачиваем листочек на другую сторону. Снова верхнюю боковую сторону загибаем вниз по центральной линии. Берем листочек, поднимаем. Переворачиваем, расширяем середину листочка и верхний уголок складываем к нижнему уголку и хорошо наводим. Вот снизу у нас поднимается верхний листочек, а сверху мы боковые стороны загибаем центральной линии с обеих сторон. Берем верхний листочек и загибаем листочек на бок центральной линии. С другой стороны загибаем листочек таким же образом. Переворачиваем листочек на другую сторону. И снова боковые стороны загибаем на бок центральной линии с обеих сторон. С одной стороны загнули и загибаем листочек с другой стороны. Получается вот так. Теперь берем листочек и раскладываем боковые стороны с обеих сторон. Переворачиваем одну сторону на бок и наводим центральную линию. Этот же листочек поднимаем вверх, расширяем середину листочка. И сверху придавливаем, расплющивая лист. Хорошо наводим. И переворачиваем листочек обратно. Теперь с другой стороны поднимаем листочек вверх. Расширяем середину листочка. И сверху листочек придавливаем, расплющивая лист. И все хорошо наводим. Переворачиваем листочек на другую сторону. Снова открываем боковые стороны. Переворачиваем одну сторону на бок. Наводим центральную линию. Поднимаем листочек вверх. Расширяем середину листочка. И сверху придавливаем, расплющивая лист. Наводим. И переворачиваем листочек обратно. И теперь последнюю сторону поднимаем, расширяем середину листочка и сверху придавливаем, расплющивая лист. Хорошо наводим. Теперь получается вот так. Берем листочек и снизу боковые стороны загибаем центральной линии с обеих сторон. Берем только один верхний листочек и загибаем его на бок центральной линии. С другой стороны делаем так же. Загибаем листочек на бок центральной линии. Получается вот так. Теперь переворачиваем листочек на другую сторону. И делаем то же самое.
Боковые стороны загибаем на бок центральной линии с обеих сторон. С одной стороны загнули, загибаем листочек с другой стороны. Получается вот так. Теперь вот по бокам у нас есть большие листочки. И с каждой стороны берем по одному большому листочку с одной стороны и с другой стороны. Складываем листочки вместе, переворачиваем листочек и вторую сторону складываем вместе. Ложим и хорошо наведем. Получается вот так. И снова боковые стороны загибаем центральной линии с обеих сторон. Загибаем сразу с одной стороны. И таким же образом загибаем листочек с другой стороны. Переворачиваем листочек на другую сторону. И снова боковые стороны загибаем на бок центральной линии с обеих сторон. С одной стороны загнули и теперь загибаем с другой стороны. Получается вот так. Берем листочек, открываем боковые стороны и возле начала контрольных линий поднимаем верхний листочек вверх. И теперь боковые стороны загибаем на бок центральной линии с обеих сторон. Загибаем листочек сразу с одной стороны. И таким же образом загибаем листочек с другой стороны. Сверху получается вот такой уголок. Опускаем его вниз. И все хорошо наведем. Теперь получается вот так. Переворачиваем листочек на другую сторону. Снова открываем боковые стороны. Поднимаем верхний листочек вверх. И боковые стороны загибаем на бок к центральной линии с обеих сторон. С одной стороны загнули. И таким же образом загибаем листочек с другой стороны. Теперь уголок опускаем вниз и все хорошо наведем. Получается вот так. Теперь берем листочек и с каждой стороны отсчитываем по два листочка. Берем два листочка, вот один и второй. И с другой стороны берем два листочка. Один и второй. Складываем вместе, переворачиваем. И вторую сторону складываем вместе. Ложим и наводим. Снова открываем боковые стороны. Поднимаем вверх листочек. И боковые стороны загибаем на бок к центральной линии с обеих сторон. С одной стороны загнули. И таким же образом загибаем листочек с другой стороны. Опускаем уголок вниз и хорошо наводим. Переворачиваем листочек на другую сторону. Делаем то же самое. Открываем боковые стороны. Поднимаем листочек вверх. И боковые стороны загибаем на бок к центральной линии с обеих сторон. С одной стороны загнули и таким же образом загибаем листочек с другой стороны. Опускаем уголок вниз и хорошо наводим. Теперь у нас получилась базовая форма лягушка и с нее мы будем делать Патрика. Берем нашу базовую форму и теперь вот этот уголок загибаем вниз. Переворачиваем уголок вниз. Хорошо наведем уголок. Переворачиваем уголок вверх.
Вот у нас получилась контрольная линия. И теперь к этой линии загибаем верхний уголок. Переворачиваем уголок, ложим его возле линии и хорошо наводим. Наводим весь уголок. Переворачиваем уголок обратно. Теперь вот этот уголок нужно перевернуть под верхние листочки. Для этого листочки нужно поднять вверх с одной и с другой стороны. Так, открываем листочек с одной стороны. Теперь открываем листочек с другой стороны. Вот так. И теперь верхний уголок переворачиваем в середину. Так, сверху прижимаем. Листочек по контрольной линии переворачивается. Придавливаем нашу линию сверху. И теперь по боковым линиям придавливаем сбоку листочек, и листочек складывается. Хорошо наводим. Наводим весь листочек. Теперь сверху у нас уголка нету. Переворачиваем верхний листочек вниз. Хорошо наводим. Получается вот так. Теперь берем листочек и переворачиваем его на другую сторону. Сделаем патрику ноги. Для этого сбоку отделяем один листочек и переворачиваем его на бок. Отступаем снизу 1 сантиметр и листочек загибаем вверх. Так, загибаем уголок размером примерно 1 сантиметр. Хорошо наводим. Придерживаем одну сторону уголка и переворачиваем листочек обратно. Хорошо наводим. С другой стороны делаем так же. Отделяем один верхний листочек и переворачиваем его на бок. Отступаем 1 сантиметр и загибаем уголок вверх. Равняем листочки, чтобы верхние и нижние листочки начинались на одном уровне. Хорошо наводим. Придерживаем одну сторону уголка и переворачиваем листочек обратно. Хорошо наводим. Теперь верхний уголок переворачиваем вниз. Наводим уголок. Получается вот так. Теперь берем листочек и переворачиваем его на другую сторону. Теперь патрику сделаем руки. Для этого берем листочек. Сбоку переворачиваем один листочек на бок. По контрольной линии переворачиваем нижнюю сторону к верхней стороне. Ложим все, наведем. Получается вот так. Переворачиваем листочек обратно. Еще раз наведем. Теперь от центральной линии отступаем немного места, и листочек из середины нужно загнуть на бок. Берем листочек. Открываем немного верхний листочек. Отступаем немного места. Берем сам листочек. И загибаем его на бок. Складываем. И поднимаем немножко вверх. Вот так получается. Ложим. Наведем. Теперь делаем вторую руку. Для этого переворачиваем с другой стороны листочек. По центральной линии переворачиваем нижнюю сторону вверх. Хорошо наводим. И переворачиваем листочек обратно. Еще раз наводим. Снова от центральной линии отступаем немного места и загибаем листочек из середины на бок. Берем листочек. Открываем листочек. Отступаем немного места. Берем сам листочек. Так, верхний листочек берем и загибаем его на бок и складываем. Ложим и хорошо наводим.
Получается вот так. Теперь берем листочек и возле начала верхнего листочка вот этот уголок загибаем вверх. Хорошо наводим. Получается вот так. И теперь сверху небольшой уголок загибаем на бок. И хорошо наводим. Получается вот такая рука. С другой стороны делаем так же. После начала верхнего листочка, листочек загибаем вверх. Наводим. И сверху небольшой уголок загибаем на бок. И хорошо наводим. Получается вот так. Теперь берем за уголок и немножко потянем его вверх. Вот так. И с другой стороны берем уголок и немножко потянем его вверх. Вот так. Теперь у нас получается вот такой патрик. И теперь осталось сделать для него штаны и его разрисовать. Для того, чтобы сделать патрику штаны, нам понадобится два прямоугольных листа бумаги, каждый размером 6 на 2 сантиметра. Берем патрика и смотрим, вот у нас центральная линия, а вот линия посередине, снизу вверх. И теперь нам один листочек нужно положить возле начала этих двух линий. Итак, берем листочек и ложим его возле центральной линии и линии посередине. Вот так. Теперь возле начала патрика загибаем вот эту сторону на другую сторону. Так, переворачиваем листочек. Ложим его возле начала патрика. Наведем контрольную линию и убираем листочек. Теперь листочек перевернем на другую сторону. Равняем оба листочка и наводим. Теперь возле начала верхнего листочка вот эту сторону загибаем на другую сторону. Поднимаем листочек и переворачиваем возле начала верхнего листочка. Хорошо наводим. Вот у нас листочек сверху. Берем заготовку и переворачиваем ее на другую сторону, чтобы верхний листочек был внизу. У нас получилась одна штанина для патрика. Таким же образом делаем вторую штанину. Это берем первую штанину и ложим листочек возле начала нашей заготовки. И с другой стороны, возле конца заготовки, загибаем листочек на другую сторону. Поднимаем листочек и возле конца заготовки переворачиваем на другую сторону. Хорошо наводим и убираем листочек. Переворачиваем. Равняем листочек. Еще раз наведем. И теперь возле начала верхнего листочка вот эту сторону переворачиваем на другую сторону. Хорошо наводим. И теперь переворачиваем листочек на другую сторону, чтобы верхний листочек был внизу. Ложим. Теперь у нас получилось две штанины для патрика. И теперь их нужно одеть на патрика. Для этого берем одну штанину. Расширяем середину, отделяя верхний листочек. Держим листочек. И сбоку придавливаем с обеих сторон, чтобы листочек раскрылся. Получается вот так. Теперь держим листочек, берем патрика. Отделяем ногу и надеваем штанину на ногу. Просовываем под листочек до самого конца. Получается вот так. Если перевернуть, то этот листочек тоже должен быть под уголком. Переворачиваем
ложим, берем вторую штанину, делаем то же самое, открываем листочек, придавливаем по бокам. Вот листочек открылся, держим листочек, берем патрика, поднимаем ногу и надеваем штанину на ногу, просовываем под листочек до самого конца. Переворачиваем, смотрим, чтобы штаны были под уголком, переворачиваем, ложим. Теперь наш патрик уже имеет штаны, и теперь осталось его только разрисовать. Для того, чтобы патрика разрисовать, берем фломастер и рисуем патрику вот такие глаза, брови, вот такой большой рот, и на штанах рисуем цветы. И после этого патрик будет уже полностью готов.